Голодные игры, 8 человек, 7 трупов и один победитель. Да, кто же это будет? Конечно же, нубик, конечно же я. Ребят, я уже немного подучился играть в голодные игры и думаю, что я сегодня кого-то затащу. Да, это будет отлично. О, ребята, и как вы заметите, смотрите, я уже на другом спауне, а то меня всегда бросало на один спаун, вон с другой стороны другой спаун. Но теперь я здесь, так быстро хватаем, блин. Мы только стрелы схватили. Нифига интересного. Ладно, идем лутать. Так, вон там за деревом сейчас сундучок. Как вы видите, я уже немного хардкорней бегаю, уже бегу к центру карты. Ну, здесь всегда сбегаются все игроки, и здесь выжить мало кому можно. Ну, не всем положено. Ну, я думаю, сегодня я выживу. Так, давайте берем вот это все и гоним дальше наверх. Тележка нас приветствует здесь, а коня нету. Ну, если бы построили еще коня или же добавили таких животных, было бы нормально. Так, где ты есть? Убежал, ох ты падла, убежал. Ну ладно, убежал так убежал. Здесь другой парень есть, гандоним его. Все, убили. Стоп. А где же мешочек? Смотрите, у него в руке меч. А где мешочек? А где мешочек попал-то? Стоп, я что-то не понял. Стоп, стоп. Я через решетку пролез. Ладно. Ничего интересного, ничего нового. Баги, баги, баги. Так, ну а где же сам мешочек-то пропал? Ладно. Ну, блин. Одна, обойдемся без мешочка тогда и идем дальше. Так. Там у нас водица есть. Водичка, хорошая такая водичка. Так, опять голосую, что игрок читер. О боже, я голосую, что нет. Ну нафиг мне это голосовать, что он читер, если я нормально этого не знаю. Ладно. Так, что у нас здесь наверху будет? Надеюсь, там никто на мосте ничего не лутал. Кстати, красиво вот этот мост построен. Мне вот это все нравится. Смотрите, какие препятствия. Трава, там листья или что-то еще. Ой, залагало. Так, ботиночки, броня. Одеваем сразу. Ну, хоть теперь что-то новенькое и уже что-то полезное. Я только что лутанул. Так, еще один сундучок. Лук. Прелестно. Чудесно. Тоже понадобится, можно так сказать. Так, валим дальше. Ребят, как вы уже заметили, у меня перестало лагать. В этом мне помог один прекрасный, хороший человек. Нео, вы уже о нем слышали, я надеюсь. Так что, ребята, ссылочка на него в описании. Отдельное спасибо ему. Так, вот сундучок. Деревянный меч. Зачем вообще вот эти деревянные мечи вспавнятся в сундуках? Это же неинтересно. Ну, у вас же все равно в старте есть. Почти у каждого есть старт. 500 монет, где у вас здесь деревянный меч. Так, у меня только 500 монет, ну, увы. Ой, так, давайте еще сюда шлем. Шлем нам тоже понадобится, у нас его еще не было. Так, там кто-то гандуется, я вас не знаю, я вас не слышу. Так, мы идем к сюда. Ой-ой-ой, там у парня эпический меч, как красиво. О, мне попался шлем. Только я вспомнил про эпического рыцаря, ну, я вспомнил про меч, но мне попался шлем. Нужно будет немного чаще вспоминать об этом, и может хоть что-то нормальное сута будет. Так, ну-ка давайте еще меч. Ну и блин, опять деревянная фигня мне попалась. Что ж ты делать будешь? Ладно, поменяем стрелы, эти стрелы сильнее будут. Ну ладно. Так, давайте не хочу слазить вниз, давайте через гору обойдем, а то пока я буду по низу бегать, нас еще могут нормально загандонить. Так, хопа, ой, водичка, отлично. Так, идем к этому домику. Смотрите, какой он заросший домик-то. И в середине ничего интересного. Ладно, шлем. Ничего нового, ничего полезного. Ну, для многих это полезно, потому что многие это еще не делали. Давайте сделаем сделку с голодными играми. Мне попадается меч, и я здесь всех гандоню. Ну же, сыр. И перенос на арену. Да нет, не-не-не-не, мне еще перенос не надо. У меня только деревянный меч. Что я с ним делать-то буду? Ой, так, настрой, ой-ой-ой, это еще хуже. Так, о, ботиночки есть. Ну, ботиночки у меня уже были, но они сильнее, можно заменить. Так, идем куда? Куда мы идем? Идем к домику, вон к этому домику. Так, здесь ничего нету. Так, вон там еще один сундучок есть. Ладно, идем сперва к этому сундучку. Надеюсь, я успею добежать к домику. Так, зачем я только бежал? О, парень, надо его как-то грохнуть. Так,
А не, я его не грохну. Ладно, забей на него. Блин, только время потратили, и теперь я не точно не успею к этому домику добежать, к сундучкам. Блин, 8 секунд, 7, давай-давай, быстрее, давай-давай-давай. Ну, беги-беги, и все. Ну, хана, короче, ребят. Все, номик не добежал. Ох, блин, ладно. Нужно кого-то из них грохнуть. Смотрите, у этого эпическая броня, а у этого просто... А не, он уже поменял. Ладно, давайте его гандоним, дай, давайте, иди сюда, иди, на, получай, на. Так, иди, ой-ой-ой, тихо-тихо, кто мне там сзади, куда, я же говорил, что он мир. Гандоним, есть, давай, о, ух ты что, ребят, затащил раунд. Электрик мувик, да, ребята, мы, я же говорил, что я затащу этот раунд, я же научился играть, наконец-то, в голодные игры. Да, ребята, ну, давайте еще одну карту попробуем. И, блин, опять этот нелюдский спаун, который меня раздражает. Нет, чтобы меня всегда на другие спауны кидал. Мне кидай только на этот. Ну, в прошлой карте меня кинуло нормально. Так, сыр, блин, вытащил только один сыр. Как же это все несправедливо. Ну ладно, давайте, вперед на мину. Так, там сундучок. Так, сзади никого. Все, я единственный, кто сейчас будет гандониться. Мы здесь, отбиваться можно. И что у нас здесь? Открываем. Стрелы. Отлично, то, что я всегда ожидал, то, о чем я мечтал. Ладно, сундучок, шлем, мясо. Ай, как же все банально, как же все неинтересно. Ладно, забудем об этом и идем теперь к этому домику. Так, открываем двери. Ребят, всегда закрывайте двери, чтобы если кто-то будет сзади идти, вы могли услышать, что он открыл дверь и можете его убить. Это намного повышает, ну, навыки, ребят. Голодный игрок, всегда нужно знать, что надо закрывать двери. Так, опа. Уже утали? Как? Ну я же никого не видел. Никого, никого. Ну а как же они утали? Так, колодец тоже утали, мне кажется. А ну-ка, смотрим. Нет, не утали, но оставили... Ну, может, и утали, оставили деревянный меч. Отлично, все, что нужно, ребят, это деревянный меч. Ой. Опять я сейчас буду с этим нудским деревянным мечом бегать. Ну, что ж поделаешь. Так, поднимаемся. Ну-ка, что у нас здесь? Ой, блин. Ах, не везет. Ну, не везет мне сегодня, ребят, не везет. Ну, как сказать, не везет? Везет, конечно, но не очень. Так, осторожно. Есть. Ну-ка, мясо. У меня уже этого мяса, скоро я уже в туалете буду от этого мяса сидеть. Так, стоп, ну, залезай. Есть, отлично. Молодец. Так, ага. О, шлем. Опять мне попался шлем. На прошлой карте тоже попался шлем. И теперь он мне тоже попался. Отлично. Так, здесь уже кто-то бьется. Я вот не знаю. Уйди, уйди. Может убить его, он же без ничего. Ну-ка иди сюда. Ладно, пускай бежит. Пока он, я добрый, пускай он себе с Богом бежит туда. Так, теперь мы идем вот сюда. Что у нас сундучок нам приготовил? Банально. То, что у меня уже есть. Ладно, идем тогда вон туда на мостик. Вот, наш родной мостик. То, что нам всегда надо. Было бы прикольно, как бы добавили еще животных в голодных играх. Смотрите, например, кабан, вы его убиваете, и вам выпадает мясо. Также курица и рыба. Стрел. Ну что ж, что поделать. Почему мне попадает в ути такое дерьмо? Вообще не знаю, ребят, как это возможно. Так, хоп-ча. В прошлый раз мы не добежали до этого домика. Ну, как бы добежали, но не очень так добежали, можно сказать. Ну, вы поняли, короче. Не буду я заморачиваться. Ладно, так, смотрим, что у нас здесь. Лутали, нет. О, броня. Ну, наконец-то. Нагрудник, нет, нагрудника у меня еще не было. Теперь уже есть. Отлично, хорошо, то, что нужно. Валим вниз. Так, там уже кто-то кого-то опять бил. Ага, вот этот парень. Свикинг. Нужно... О-о-о, меч. Сейчас, иди-ка сюда, парень. Сейчас мы тебя точно грохнем. Так, берем меч в руку. Так, где ты там? А ну-ка, наш родимый. О, а вот где ты? На, получай. О, отлично. Ребята, все. Так, отлично. Тихо-тихо-тихо, там сзади кто-то идет. Выключай. Иди, убегай. Ай, и как он меня бьет-то? А, баг, наверное. Ладно, баги. Не нравятся мне эти баги, но иди сюда. Ну что ты так боишься-то меня? Я что тебе? Я тебе ничего не сделал, как ты, смотрите. Просто берет и убегает. Я же ему ничего не делал. Я его просто убью. Блин, стрел нету.
Ну я честно, я его просто убью, и он потом себе зайдет на новую карту и заново начнет играть. Ну что ж это такое? Как же он меня боится-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, иди сюда. А что ж ты такой стеснительный-то? Ну-ка, на, получай, гандоним, на, получай, падла, есть. И он сразу же проголосовал, что я читер. Все голосуют, что я читер, да? И меня выкидывает. Отлично, ребята. Просто замечательно. Максим, Денис, убери, пожалуйста, эту ерунду. А то меня она раздражает. У меня просто нету слов. Короче, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.